Совсем скоро на телеканале ТВ-центр состоится премьера сериала «Галка и Гамаюн». Это история женской дружбы в лице офицеров уголовного розыска Ирины Галко и Юлии Гамаюн. Женская интуиция, проницательность и эмпатия помогают им. Расследование убийств, однако профессиональные навыки парадоксальным образом совершенно не помогают им в личной жизни. Ирина гоняется за мифической любовницей бросившего ее мужа, который на самом деле ушел от нее, пытаясь обезопасить свой подпольный бизнес. А Юля близоруко не разглядела, что ее женатый любовник тире-коллега изменял не только жене, но и ей, и теперь ее подозревают в покушении на его убийство. Разгребая бардак в личной жизни, они вынуждены выполнять и свои прямые обязанности раскрывать дела в родном Ярославле. Главные роли в картине и исполнили Ирина Пегова, Анна Снаткина, Александр Абласов, Эдуард Чекмазов, Николай Казак, Роман Полянский и другие. Премьера сериала «Галка и Гамаюн» состоится уже 2 октября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.